Зрите, все с вами второй. Не первый у нас будет такой самолет, а второй у нас будет такой лунный самоход. Тоже новый набор. У меня есть такой человечек, таким открывающим. Давайте соберем луноход. Берем и подставляем вот эту деталь. Еще вот одну колесико тоже такие будут. В конце я скажу, для чего они. И вот так у нас должно получиться. Еще берем деталь. И еще две детали. Первая деталь и вторая. Теперь нам нужно оранжевые. Вы можете желтые. Оранжевый, желтый сразу отличается. Еще нам надо деталь. Это на такую деталь. И делаем мы вот так. Нам нужны вот такие. И еще так. И так. Ой, я, конечно, все задом наперед сделал. Вот это у вас должен быть перед. Я тут, конечно, я вот тут первый раз тут делаю этот набор. Тут все задом наперед. Невнимательно смотрю. Давайте делать. Мы берем вот такую деталь. Но тоже будет получиться вот такая. И делаем так. Теперь нам еще нужна одна. И тоже сделаем вот так. Ну вот сюда. И еще. Нам нужен набор. Вот сделаю я такой. Все готово. Теперь делаем тоже так, прикрепляем и делаем. Теперь нам сделаем, берем такую нашу пушки, такую, и вторую, и все красное прилепляем. Вот эту. И еще вот эту. Все. Прикрепляем к этому. И это как раз у нас тут спрячем эту пушку. И все. И, конечно, мы берем антенну такую и молоток. Конечно, вот такой молоток специальный. И все. Теперь мы берем шина. Специальные вот такую гусеницу я вот трясу, потому что когда кручу, это колесо крутится, его легко возить. И с другой стороны так осторожно делаю, ничего не сломать. Готово, и все есть, и мы можем его катать. Конечно, гусеница, они сами едут. И он, человечек, говорит: скоро встретим, дорогие друзья!